вы работаете не только с гражданами противоправными, которые занимаются, но и преступными элементами. Вы выкладываете нас. Ну, правильно. Вашу службу, как вы служите. Еще раз говорю. Наши, соответственно, лица видят другие. Ну, как вы работаете, служите народу, служите закону. Хорошо. Я вам представился. Это наши вдвоем. Я вам представился. Кто это? В чем проблема? Я не услышал. Это ваши проблемы. Мои проблемы? Конечно. А, ну хорошо. 50-05-00. У вас же будет жалоба написана. Потому что вы отказываетесь представляться. Конечно, пусть подходит, пусть все подозрительные граждане подходят. Нет, едем дальше. АЗС проезжаем, едем дальше и смотрим, когда у нас ДПС, которая у нас на хвосте висит, отстанет или перестроится. Мы видим, она недалеко от нас. Поехали. Как ты думаешь, зачем за нами ехали ДПСники? За правильным делом. Они же здесь сегодня ловят обочечников. Молодцы, что? Поснимай, вон они едут. Давайте побольше. Еще раз. Перекрывайте и все. И на обочину. И пока вы не увидите нашу машину, не съезжайте. Стоим все в ряду. Никому на обочину не ехать. За нами патруль едет ДПС. Не съезжаем на обочину. Не съезжаем. Внимательно, впереди ДПС. Нет, едем дальше. АЗС проезжаем, едем дальше и смотрим, когда у нас ДПС, которая у нас на хвосте висит, отстанет или перестроится. Мы видим, она недалеко от нас. Да, давайте на заправку приезжать. Я отстал. У нас ДПС на хвосте. Пяти машин от нас. И надо смотреть, где вот этот... Бедрила пошел. Трасса сложная, много прилегающих дорог. Соответственно, разделяюсь на мини-бригады антибедрильных мстителей по 4 машины. Работаем по форме буквы Г. Друзья, смотрите, мы сейчас едем вот здесь. Мы хотели перестраиваться, ну, разворачиваться вот в этом месте, перед вот этой развязкой. Но дальше пробки-то нету. Ну, вы сами понимаете, почему. Не только мы сегодня работаем, но еще и ДПС работает. Ничего себе. Поэтому мы сейчас будем менять схему. Стоим по левому ряду. Угу. Подъезжаем, да? Бедрила с мигалками, видали? Они за нами или они? Так да, они не... Поворотники тоже включили. Может, и за нами. А поворотник включил? Ну, хорошо. Ты мигалку выключил. Слушай, походу... Он просто следит. Смотри, под знак встал, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, одна сопровождает, вторая вот там едет. Смотрит на нас. Это прекрасно. Пусть смотрит, пусть сопровождает. А они-то нам и нужны. Пусть вообще бы машина ДПС ехала первая. А мы за ней, как тимуровцы, черт подери. И такие фа, показываем фа обочинников. А там дальше кря-кря и штраф. Ну, можно так бороться, мне кажется. Мусора тоже прям за нами встали сейчас. Вон на заправках. Так, вот закончился у нас практически первый круг, как мы его называем. Как вы думаете, кто у вас на хвосте? Правильно. Гайцы, молодцы. Раз машинка. Два машинка. Кто что здесь была? Ладно, стоит. Вот. Мониторит. Хорошо, почему бы нет? Пущай смотрит. У нас машина с прицепа отстала, остановилась на обочине за аварийкой. У него рации нету. Что делать-то будем? Ну, по плану. Идет бедрила, перекрываем для бедрила и как бы потом пусть реагируют сотрудники.
Так, внимание, у нас форс-мажор, у нас машина отстала, наша последняя фурус-лайкер, машина с прицепом отстала, встала на обочине, включила аварийку и не едет. У нас по предварительной договоренности, соответственно, аварийка, это то, что надо остановиться. Он остановился, у меня нет рации, нет телефона, что делать будем? Встаем на обочину, встаем на обочину. Такой караван, блин, обочинник, блин. Друзья, у нас форс-мажор, наша машинка последняя, которая ехала за мной. Витрич какой, с прицепом. Она включила аварийку и остановилась. У нас по предварительной договоренности было, что если тебе нужно остановиться, ты включаешь аварийку. Но это сигнал для всех. Мы не могли, он ехал последним. У него нет ни рации, ни телефона, к сожалению. Сейчас раз будем брать телефоны для связи, делать общую группу, наверное. Сейчас мы отправляем одну машину, чтобы он через дорогу покричал, спросил, нужна ли помощь. Но потому что мы своих не бросаем. В отличие от России. Поехали, поехали, поехали. Свобода, полоса. Ну что, смотрите, друзья мои. Вот с этого места, вот поворот на Правды, на Тишкова, на Костина. У меня тут шеф жил в Правде. Я сюда ездил, надо. Пробки как таковой нету, хотя обочина еще есть. Ну буквально несколько, несколько еще метров назад у нас здесь обочинники были, будь здоров. Сейчас мы идем на разворот. Есть такой, такой довольно-таки простецкий, колхозный, я бы сказал. Ну, без эстакад в 16 уровней с подсветкой там нейронной. Вот, и гаишники, кстати, за нами едут. Угадайте, кто за нами едет, кто за нами едет. Гаишники! Но они, наверное, уже давно поняли, что их разоблачили. Да, ну почему? Чё, ты, конечно, понял. А за нами менты, они моргают, не моргают, что там? Нет. Нет, нет, сзади нас едет просто хвостик полицейский. Но они за нами едут, отчитываются, кто мы, где мы, это все понятно. А, да, едет за нами без маяков, у тебя желтый тоже на крыше работает. Ну, у меня пусть работает, у меня за это ничего не будет практически. А они когда стали на обочине, они включали маяки, да, все в порядке. Претензии ноль. А я его сейчас держу, а гаишники за ним с мигалками едут. Оп. Так. Оп. А они его в плен берут, блин. Поехали. Сработает. Красота какая. Ну что, друзья, у нас второй круг. Длинный круг получился. Если сравнивать с тем, что творилось на М2 на трассе, там круг 12 километров, и ну, проходили мы очень быстро, даже с учетом пробки, которую мы, естественно, там улучшали. Здесь очень большой круг, конечно, от Лешкова. И, к сожалению, если бы мы поехали в круг на большой, у нас бы осталось всего там 3-4 машины, потому что люди смогли приехать буквально там на 3-4 часа на рейд, а он уже длится-то, я могу сказать, больше 2 часов. Поэтому мы сейчас на ЦКАДе разворачиваемся и возвращаемся на ту заправку к сетровой ферме практически, где... где перестраивались до этого. Ну и на этом рейд будет закончен. Хотя никто не мешает нашим согражданам самим устраивать подобные рейды. Даже одним, даже с друзьями. А вот сейчас сообщили интересную информацию. Вчера девушка ехала со своим мужем, щемила обочечника, выбегает обочечник, начал стрелять из пистолета. У них не принимали заявление, а потом оказалось, что там за рулем кто? Мент. Максимально ползем по... Вот так вот. Но видео нам обещали скинуть, посмотрим. И мы-то ментов не боимся. Да их не надо бояться. Ментов должны бояться преступники, негодяи, обочечники, бедрилы всякие. Те, кто щемит обочечников, не бедрилы. Они не должны никого бояться. Наоборот, я говорю, надо вот такие магнитики делать, что там героям битвы за Ярославку 30 мая. Это такие отличительные знаки. Ну, представляешь, там вот такой вот каравелли, там 15 орденов, разные трассы несколько раз. То есть человек тратил свое время, держа поток для всех остальных граждан. Это как вот, как волонтерство, как гуманитарная помощь. Вот если такую машину я в потоке увижу, я, естественно, там ей такой лайк и респект объявлю, что просто он прям, вау, ты крут, чувак, ты крут, ты молодец. Пропустит. Пропустит. 51.33 и 42.63.
Они за это, не за Киев несли сейчас? Не знаю, не знаю. Там недавно по этой полосе проехала красивая Киа. Может быть, они за ней издалека увидели и мчатся. О, еще мото-батлос тут еще. А он один обычно не ездит. Так, друзья, ну смотрите, опять немножко аналитики. Значит, вот оно, Герсанское шоссе. Небольшое затруднение есть вот в районе Лешково. Ну, вы знаете почему. Потому что здесь каждые несколько метров стоят патрули. И в целом там еще и съезд есть от Радонежа. Дальше, смотри, желтенькое, зелененькое. Тут чуть красненького. Но через каждый тынч-тынч-тынч-тынч. Прям смотрим. Камеры. Пынч. Камеры контроля скорости. Сегодняшняя. Тынч. ДПС-камеры. То есть вот они так вот. Прям сидит такой большой полицейский начальник ДПСный. И такой, так, Лешково, это, взяли контурные карты, схему атласа Московской области. И говорит, поставишь камеры здесь, здесь, здесь. И здесь, и здесь, и здесь. Вот. И эти, значит, блокеры фиг что снимут, и мы их там всех накажем. В целом, уважаемый полицейский, который придумал эту схему со стороны вот вашей, идея рабочая. Если она будет регулярной. Вот вы целую спецоперацию объявили. Плотные соединились. Перекрывай. Еще 7 машин, нет, 7 машин еще до соединения. Ждите. Вот. Соответственно. Если такая спецоперация будет продолжаться каждое воскресенье, да, мы понимаем, что вы все машины с округа, с района собрали. А теперь вопрос к математикам. Как говорится, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Что выгоднее для государства в плане целесообразности использования средств и в плане максимального... Привет. Нас тут много! Я знаю, да! Спасибо. Вот. И в итоге, что же целесообразнее? Каждое воскресенье 12 машин полиции срывать со всего района. И там кто-то там на ДТП не поехал оформлять, кто-то там не поехал какие-то там проблемы полицейские решать. Они все здесь сегодня были. А теперь представим, что едет каждое воскресенье, ну, в пятницу туда, в воскресенье обратно, с 2 там, до 10 часов вечера ездит в потоке 3 машины. Камерка вперед, камерка назад, в машине полицейский, какой-нибудь оператор, там, какой-нибудь там служба контроля, фиксации видеонарушений. И каждый обочечник, каждый, он не видит издалека ваши мигалки. Он думает, эй, прокачусь, а вот вам, как говорится, штраф. И вот таких 3 машины несколько кругов сделают, как мы сегодня делали. Но только они будут получать зарплату. Так они заработают денег, они соберут штрафы. Определенный штраф, определенное количество, да? И что будет? Через 2, 3, 4, 5 таких вот выходных обочинник скажет, там, он будет там своей жене говорить, слушай, дорогая, так, сейчас. Давай не будем ездить по обочине. В прошлый раз на 3-шку накатали, а в позапрошлый раз на 7,5 тысяч. Ну его нафиг, пойдем, как все белые люди. И пробок-то не будет. Мы же доказали не только на этом месте, но и в другом тоже. Артик, выезжай. Поехали, поехали, поехали. Синился. Вот сзади меня такси белые. Поехали, поехали. Кто там первый? Газуйте. Орала такая машина. Шевроле с нами разве? Так, камеру чуть подальше. Где-то я не жду. Так, вот. Замыкаем круг. Ты не договорил мысли. Замыкаем. Да, ну я договорю. 3 машины здесь наведут порядок. Все, работаем. Не 12 патрулей снимать с патрулирования, да. А 3 машины. Ну давайте мы вам донаты соберем, черт подери, на эти 3 машины. Ярославское шоссе, 3-й батальон, я не знаю вы. Свистните. Свистните, что мы собираем вот на такую инициативу. Вам люди сами по 100 рублей по 200 кидают, чтобы вы купили там какие-то 3, там, не знаю, там, не Панамера, конечно, там какие-нибудь гранты, какие-нибудь там Поло, я не знаю, там, Лачетти. И они будут ездить не расписные. И через несколько недель будет порядок. Несколько недель, всего-то лишь. Еще раз по вашим лапкой. Суровые люди в намордниках, хотел сказать, в масках. Но тоже, видите, порядок, блюдут порядок. И вот обочина чистая. Поснимаю обочину, видишь, как все хорошо и чисто. Все прекрасно. О, бедрильчик, точно. Скромный какой.
Наконец-то дождались. Смотри, а то не было. А там светомузыка впереди, нет, что-то он застеснялся вклинивается. И второму. Давайте после сияния сразу на обочину, чтобы не тормозить. Андрей Сергеевич. О, поймал. Если есть подходящая... О, у нас сзади есть экшен, у нас там поймали. Ну, Тойоту поймал. Так вот, если есть подходящая обочина, не доезжая трубы, то можем встать, собраться. Не знаю, 40 и давай останавливаем. Они за нами поехали. Прямо идем. Прямо у нас на хвосте ДПС с мигалками. Не останавливаемся, прямо идем. И что, мы не можем на обочине остановиться? Так, Вольво вышла, колонна сформирована, аварийку отключаем, едем прямо за первой машиной на хвосте ДПС. Поэтому просто медленно едем, наслаждаемся красивой дорогой без обочечников. Несколько седых волос на жопе обочечника сейчас прибавилось. Вот только выезжает на обочину. И ДПС, вот такой, и быстрее обратно, блин. Они сейчас нас проводят, вот до этой, до заправки. Они не знают, что у нас больше кругов-то не будет. А мы пока не напишем, что мы закончили это сегодня. В принципе, уже пора заканчивать. Ну вот. И мне кажется, если прям до Москвы проводят. С мигалочком. С вечерочком. Да. Делаем ставки. Сейчас мы будем прощаться, разъезжаться. Но один фиг колонны, можно сказать, двинемся в сторону Москвы. Дальше пробки нет. Как далеко нас будут провожать вот этот вот хвостик с мигалочкой? До МКАДа или ближе отцепится? Территория не пройдет. Зависит от того, где у них территория заканчивается. Я думаю, они до Мытищ поедут. Ставки сделаны, призов все равно не будет. Так, мужик, заезжают? Да. Заезжают. Лапочки наши, солнышки. И стал опять на старом месте. Пусть чай стоит. И слева поблагодарил, и справа поблагодарил. Такой ответственный. Я вот на камеру вам говорю спасибо большое. Передайте, пожалуйста, благодарность руководству 3-го батальона за прекрасно организованное мероприятие по поводу обочечников. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Да. До свидания. Всего доброго. Такой. Все комментарии в пресс-службу. Я говорю, отлично. Но вы, собственно, при исполнении, я могу же вас снимать. Он такой, я говорю, ну вот, теперь смотрите, я вас под камеру благодарю за прекрасно организованное мероприятие по поводу обочинников для Ярославки. Он такой, счастливого пути! Ты как глава второго круга, всем скажи спасибо, земной поклон и так далее. Да, друзья, большое спасибо, все молодцы. Ура! Спасибо. Ты вообще прекрасно. А поцеловать? Да. Смотри, предлагают... Без объявления войны как бы. Ехать без объявления войны, чтобы не было гайцов. Ну, хорошая... Но тогда не будет как раз того эффекта, который мы добиваемся. Мы хотим доказать, что целесообразнее три машины с камерами, чем 12 без камер, они просто стоят, солдатики. А где-то там аварии оформляются по полдня. Это мое мнение, сугубо личное. Можно и так попробовать. Сейчас мы попробовали нас вот так мероприятие. Вот подполковнику будет выговор, которым я по 19 хотел так привлечь. Вот он там как раз. А он там? Пошли выговор. Я про него и говорю. Он ответственный сами прогадывает. Ну он такой бурный, да, такой типа. Я не говорю, он никаких хрень. Звоните по телефону. Понятно, ладно. Еще раз всем спасибо. В общем, друзья, ждем вас на следующем рейде. Я думаю, это будет воскресенье, скорее всего, на трассе 77. Ну и в этот раз мы, конечно, немножко с организацией хромала. Организация хромала, потому что как я, после того, как мне на ногу наехал Субару, подлая. В следующий раз будет лучше. Мы только учимся. Понятно. По домам разъезжаемся, но у нас хвостик с мигалкой, наши драгоценные полицейские, тот самый подполковник. Они ждут, они выжидают, что мы будем делать. А мы-то сейчас колонной как поедем. Ну, и в принципе, и они знают, и мы знаем, что здесь дальше уже очень много отбойников. Пробки как таковой нет. Но они же не знают, что мы будем делать. Может, мы сейчас хопай на разворот, хопай на разворот. Мы же так уже сделали. Поэтому они сейчас с нами как минимум до разворота, я думаю, до этих осетровых прудов. Ну, а мы потихонечку поедем уже без координации, без рации. Ну, в общем, понаблюдаем, докуда они за нами проедут. Может, до Москвы, может, до Кремля, может, дальше. Давайте посмотрим.
целый заместитель командира батальона, так подозреваю, сегодня к нам приехал. Ну, это неспроста. Неспроста. Не, а это хорошо, потому что если руководитель сидит там у себя в кабинетах и не знает о проблемах на земле, то это хреновый руководитель. А вот тут хопа, нашествие блогеров, блин. И он выезжает работать на землю. Давно пора увидеть проблему. Еще раз я обращаюсь повторно. Не 12 машин полиции через каждые 1.5 километра патрули спасут ситуацию. Потому что машина-патруль, даже вот он видит обочника, да, он его тормознет, да, он, может быть, его догонит, остановит, он же может его на ходу оформлять. И будет оформлять. Пока он оформляет, мимо пройдет 50 обочинников. Правильно? Потому что они видят, что он одного оформляет, второго не имеет права тормозить. Ну, если это не что-то там чрезвычайное. Некоторые, конечно, по 5 машин тормозят, и все люди себя ждут, но по закону должен всего одну машину тормозить. А вот камерка, машинка, вот смотрите, вот Лада едет впереди, вот такой вот черный приора, ну белый в смысле черный, тонерный. А в ней две камеры, вперед-назад, и обочники шуршат колонной. Щелк, 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 тысяч, вот, полторы. Бинго, еперный глаз. Три машины, вот прям вот там с разницей там в километр. 24 километра. Сколько обочинников они зафиксируют? И ведь каждая, она же будет фиксировать не в одном месте нарушения, а там здесь, там через километр три, еще там через километр три. Прикиньте, один обочинник за раз получит штраф там на 3 рубля, 4,5 рубля. В следующий раз он поедет, он скажет, да нафиг мне нужно 5 выкидывать просто на ветер. И не поедет. И друзьям расскажет, своим обочинникам, они же есть у него наверняка, друзья-обочинники, бедривы. И друзья такие, да ну это была разовая акция. В следующий раз едут бедрилы, бинго! И бедрил захомутали за деньги. Взяли, так сказать, за хоботок. Штрафчик на тебе. Еще раз говорю, простая математика. Не 12 машин, а 3, 4, 5 машин. На всех бедрил хватит. Покатались 3 недели здесь. Переместились, дали, сдали их в аренду там на Горьковку. Потом на М4, на М2. Машины можно менять. А машины-то не расписные. И непонятно, что в ней едет-то антибедрила. Тогда и мы там ездить не будем, у нас не будет контента. И все будут ездить, но только со скоростью нормального потока. Без тех упырей, которые вклиниваются, едут по обочине и воруют у нас время. Ну да, я вижу, это вот 5-й поток или 6-й. Ну вот они стоят, вот он стоит. Бедрил нету. Бедрил нет, потому что у нас сначала наш хвост сначала отстал куда-то метров на 50 уже. Блин. Да, обочина чистая, да. Да, возможно, сейчас, даже видишь, как он едет. Он так едет кривенько, чтобы его мигалку было видно тем, кто, возможно, поедет по обочине. Он специально едет краем машины, чтобы было видно мигалку обочечнику. Чтобы тот свернул и оставил без работы вот этого. Ну, соответственно, улучшился поток. Да? Некоторые лапками машут прикольно. Красиво, красиво. Вот в Сочи, например, сделали делиниаторы по диагонали на обочинах. Все. Пропала проблема вообще, все стало ехать. Ты смотри, смотри, обочечник обгоняет гаишника. А, нет, он уезжает на обочину. Да ты что, нифига. Я думал, вот это бессмертный мальчишки-мальчишник. Круто, круто. Ну вот, нет, это был не обочинник. Это был человек, который вынужден остановился на обочине. Для чего нужна обочина? Чтобы ты сломался. Ребенок захотел подписаться, прям все не может. Тошнит ребенка, я не знаю. Была возможность остановиться. Аварийку включил, остановился, чуть-чуть он прижался, чтобы там кто-то там тебя не задел. Колесо поменял, не знаю, там бензин заправил, что-то еще, какие могут быть у тебя проблемы. Обочина нужна. Вот дальше мы сейчас будем ехать, обочины практически не будет. И там, если машина сломается или вынуждена остановиться, там уже, извините, два ряда, которые едут, а рядом отбойники, если одна машина останавливается, а причина может быть разная, их много. Все, пробка. Вот как сейчас, ехали, приехали. Почему? Ну, вот один из комплексов видеофиксации. Но он стоит. Это вот комплекс видеофиксации, он стоит, его видно издалека. Контроль скорости, там, причем мигалку поставили, флаги такие разноцветные поставили, что вот мы здесь стоим, объезжайте нас. Возможно такое? Конечно, возможно. И штрафов с этой машины в день, ну, может, десяток, может, там, ну, 20. А бедрил сколько проедет мимо одной машины, которая ездит так вот кругами? Да, расходы на водителя, на бензин окупаются за одну колонну бедрил. А их можно снять здесь в какое-то время. Кучу. Ох, простая математика.
сделать выводы. Было бы политическое решение исправить ситуацию. Мы показываем проблему. Мы пытаемся бороться с проблемой. Но этим должны заниматься ГИБДД и всякие центры организации дорожного движения. Куда проще. Услышьте нас, увидьте нас. И сделайте так, чтобы все ездили вот так вот всегда. Со скоростью потока. Без обочинников, без пробок. Красиво и замечательно. В прекрасную Россию будущего.